Всем привет! Сегодня 12 декабря. Здесь в Якутске мы находимся возле площади Дружбы. И вот видим, тут елочка стоит. Такая елочка. А раньше эта елка стояла на площади Ленина, но сейчас там ремонт происходит. Поэтому ее вот здесь поставили, возле театра оперы и балета. Сейчас туда подойдем поближе и посмотрим. Так, кстати, это сегодня что-то подморозило. 35 градусов где-то по ощущениям. Довольно-таки прохладно, руки моментально замерзают. Да, елочка это еще с прошлого года. С шариками вот такими вот красивыми. Я наловчился, знаете, как носом включать-выключать камеру. Тоже работает. Вот такая красота. Здесь больше тут особо ничего интересного нету. Мы с вами пройдемся по Якутску. Немножко поснимаем. Да, сегодня что-то прохладненько. Но тумана нету, но ветерок, что ли. И кажется, особенно без перчаток, что-то холодно. Перешел я дорогу. Ой, дорогу перешел. Вот она, елка. Вам отсюда. Если смотреть на нее. Ну вот, в общем-то, и все. Елочку вам снял я на площади Дружбы перед театром оперы и балета. Небольшой такой репортажик был. А я уж поеду. Здесь вот остановка есть. Поеду до дома.